собрание суда было закрыто. Покажите доказательства. Доказательства, что она виновна. Почему 10 тысяч? Что успокойтесь? Почему 10 тысяч? Они говорят, что она виновна. Они никого не пустили. Потому что они все ее виновны. Предоставьте нам, пожалуйста, доказательства того, что она виновна. Почему нас не ознакомили? Так мы здесь все родители собрались детей. Нет. Мы родители детей, которые родители. Мы такие же родители. Мы такие же родители. Мы хотим знать, в чем обвиняли. Следователю, пожалуйста, выйдите. Так следователи не понимают. Следователи не хотели. Мы вчера стояли там, 2 часа. Нас не пустили, нас не выслушали. Наши свидетельства никто никому не нужны. Нас слышать никто не хочет. Почему дело разумное, разумное? Да хорошо, но нас же не слушают. Тут не только кричать, и плакать. Предоставить доказательства ее вины. Продажный. Продажный. Закупленный продукт. Продажный. 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 Продажный.